ребят, собственно, мы уже в Хука-маркете, который открылся на Таганочке. Он небольшой, но есть все. Это Поташ. Ты зачем сюда пришел? Посмотреть, может быть, что-нибудь прикупить. Все-таки магазинчик хороший. Что за сумка у тебя дарксайдовская? Не продают, наверное, здесь? Ну да. Здесь даже ладно, ребят, короче, что у нас здесь есть? Здесь есть кальяна, ну, собственно, классические. Хука-маркет. Но сегодня официальное открытие, и вы, наверное, спросите, а где будут проходить дегустации? А где будет розыгрыш кальянов? Да, наверное, подумаете в этом маленьком помещении. Но нет. Все гораздо интереснее, и я вам сейчас все покажу. Да, собственно, ребят, это такая кемпинг-площадочка маленькая, локальненькая, мобильненькая. Там стоят люди, они... Давайте мы технично посмотрим на этих людей. Они тоже хотят похавать фруктов, они тоже хотят покурить кальян, но стесняются. Да никто... Ты что, застеснялся? Нормально, не должен бояться камеры. Никто не стесняется, мы просто только начинаем, ребята, готовить дегустацию. И можешь заказать кальянчик тоже покурить. Все бесплатно, мы это сказали, кто не пришел, лохи. Короче. Так, а кто вот сегодня не пришел на открытие, потому что, ну, в Москве людей много. А, вот пришел? Что они проебланят? Илкин не пришел. Илкин, потому что уехал в Питер, и да. Сегодня ночью я на тачке тоже уезжаю что, в Питер. Что они пропустят? Ну, во-первых, они пропустят 4 розыгрыша каждый час. Мы разыгрываем кальяны, в том числе там есть кастомные штуки для специально для маркета, для сегодняшнего. А встречу с Давой, конечно же, они пропустят. Встречу с Антоном они пропустят. Потрогать Антона Гайворонского вживую, вот так вот можно будет сделать, да. Да, и с Вомом будет. Ну и лекция небольшая будет по сатиру. Хорошая музыка, фри-алкоголь, типа, что еще нужно от тусовки в Москве, кальянной тем более, поэтому. Осваиваем, короче, мы новый формат открытия магазина, на самом деле, не банальный, чтобы там сидели в душном маленьком помещении, а просто на улице сели, почилили, как бы расслабились, все открытые, поэтому, чуваки, это не первое, будет много, поэтому, Дава красава просто. Давайте, короче, поснимаем, давайте красиво немного кадров и подождем Антона Гайворонского, там будет уже веселее, я знаю. Вот, собственно, и главная тусовочка, которая будет проходить здесь. Есть маленькая проблема, это московская погода, но я думаю, большой роли она не сыграет. Где дарксайдовские дождевики, братан? А? Дарксайдовские дождевики? Где они? Не на этом мероприятии. Не на этом мероприятии. Я ну понял, ладно. Что надо делать кукомарки до следующего. Так, все идет окей, ребята курят, ребята все делают. Как тебе движуха такая? Нормально. Нравится. Нормальная, все отличная хорошо. Прям. Боишься ли ты погоды? Я нет. Кофту одел? Привык к Питеру, поэтому ну отлично. Все идет отлично, люди сидят, курят. Там идет дегустация табака Сатир, там даже есть амбассадор Сатира. Давайте, собственно, к нему подойдем и спросим. Как дела, ребят? Нормально. Отлично. Кто из вас амбассадор? Все трое. Да, все трое? Есть два бренд-амбассадора, один амбассадор. А кто бренд-амбассадор? Он тот А, рыжий тот, да? Понятно, это бренд-амбассадор. Ну да, вам же брендом выдают шапки. Ладно, ребят, чисто такой, ну, дружеский стёб. Что нового у Сатира и что это за коллаборация Хука-маркет плюс Сатир? Давай подходи лучше к Андрюхе, он тебе расскажет про коллаборацию. Андрюх, идем сюда. Отвечай на вопрос. Что это за коллаборация Хука-маркет плюс Сатир? Это наши партнерские отношения. Теперь Хука-маркет наш сорочечный представитель по Москве. И все вкусы, которые выходят, можно эксклюзивно приобрести в Хука-маркете. Поэтому в честь открытия нового Хука-маркета устроили такой прокур. Ребят, вот сейчас важная будет вещь. Многие курят Сатир, многие любят, да, и многие спрашивают, а что миксануть? Давай, вот два охуевших микса для ребят. Прям в пропорциях. Охуевших ароматических миксов? Да, ароматических, да. Ну, братан, сам понимаешь, какая часть ароматическая у нас. Ароматическая, давайте. Ананас, бабушка и немножко пуссифрута. Это первый микс вообще. 33. Да. Ага, 33. И второй микс. Давайте скажем, брауни
50. Ты что так нервничаешь? Я пытаюсь оторвать ее, чтобы сделать бирочку. Вот. Брауни 50, Red Hood 25 и венские вафли тоже 25. Отлично. Ребят, вот два пиздатых микса от бренд-амбассадора Сатира. Так что вот я вам помог, ребята, вы поставьте за это лайк. Я вам два микса надыбал крутых. Ну, собственно, как бы все ок. Я одел капюшон, я прям знал, как что у меня вот прогресс нахуй. Прогресс, блядь. Пошел ливень. Давайте спросим, наверное, у самого такого человека, который обо всем подумал. Братан, как тебе сидится? Ну, мне сидится явно лучше, вот, чем на ребята. Да. Пришли без зонта. Что-нибудь покупал? Да, я купил два вида, два бренда табака. Покажи их, давай мы посмотрим, что ты там купил. Там маленькие, по 25 грамм. А какая разница? Just Smoke и Dark Side. Just Smoke и Dark Side. Да. Отличайте. Нет, Москва. А, Москва. Опа, блядь, ебать, что сейчас. Только что лишняя реклама, я вырежу, ладно. Как тебе тусовочка эта? И тебе нравится? Да. А если не было бы зонта? А если бы не было зонта, наверное, было бы немножко грустно. Понятно. Ладно. Идем дальше, поспрашиваем людей. Ну, в принципе, когда светит солнышко, на дождь как бы без разницы. Ну, у тебя как дела? Как тебе такое открытие Хукамаркета? И по кайфу ли оно тебе? Просто огонь, серьезно. Хочешь, чтобы больше Хукамаркета подкрылось? Естественно, колено движение должно развиваться. А похавать есть что-нибудь у них? Нет, не знаешь? На столе вот фрукты лежат. А, и все. Ну, даже другу пытаюсь привить. Было бы прикольно, если на столе бы заместо фруктов, заместо яблока и апельсинов лежали бы просто лимоны. Классно. Ладненько. Вообще, еще кого-нибудь поспрашиваем. Что, как? Да я только пришел. Ну, как тебе нравится такое открытие Хукамаркета? В принципе, ничего. Не на свежем воздухе. Что-то новенькое. У тебя сатировская лента? А, муновская? Нет, мун. Как ты относишься к сатиру? К сатиру? Ну, я покупал один вкус. Тогда не зашел. Вот эти вот сейчас прям топчик. А что, как ты думаешь о бренд-амбассадорах сатира? Почему их так много? Не знаешь? Нет. Понятно. Дождик для тебя проблема? Ну, такой маленький, нет. Неприятный? Не, сатир. Ладно, окей. Давай, кури, жди очередь. Там столько людей хотят тебя потрогать. Серьезно? Да, прям Антон, где Антон? Антон, Антон. Как дела? Привет, хорошо. Ты когда успел инвалидность заработать? Да что? Инвалидность, когда успел заработать? Зачем инвалидность? Да, братан. Блин. Да вон место есть. Что, туда можно? Нет, я тоже пробовал, не получилось. Там все перекрыто. Ребят, Антон идет! Мы можем сейчас наблюдать, а как у Антона меняется лицо потихоньку. Че, Антон, братан, тебя ждут. Ты снял это, нет? Да. Другой раз, ну все, да. Валере повезло. Че, Мамай, как дела? У тебя что нового? Рассказывай. Отлично, приехал в Москву, сменить установку, прогуляться на магазин, посмотреть на новости. К тебе приехал здесь. Да? Конечно. Вот. Че еще у тебя? За Майкосей приехал. Че нового в производстве? Че ожидаете? Все разборное делаем. С этим куча проблем выходит, но на фесте, я думаю, все уже будет прям вот готово. Прям ура. Куча проблем всплыла из-за этого всяких. А? Вот, зато... Больше простора тюнинга. Ну да, можешь что-нибудь поменять. Ладно, пойду Диману иду. Давай. Да. Я могу у тебя дарить все. Спасибо. Сейчас вот. Я Рустам снимал, да? Вы счастливы? Конечно. Антона потрогали? Конечно. Смотрите, это редкость, вам очень повезло. У меня дым из головы летел. Антох только на 5000-ных расписывается. Я забрал, ушел. Нолик подрисуй, нолик подрисуй. Побольше. Рост.
Ты понял, да? Давай, слушай, я тут, найдешь ручку. Я потом у тебя за 500 куплю. Что началось-то? Привет. Я готов. Запишу. Курица. На какую камеру? Сюда, сюда, бля. Короче, когда я снимаю такие выпуски вот про много кальянов, прошу всех производителей на тему выпуска прислать все, что нужно прислать. Но вот этого малыша я получил чуть позже. Граф Джипси Мини, по-моему, так называется. Короче, из всех кальянов, которые были в этом обзоре и будут дальше, мы так вклинились. У нас сегодня открытие магазина в Москве, почему-то плохая погода, не суть. Вот в такой ситуации я хочу немножко разбавить выпуск и показать вот такой кальян. Да, Джипси Нано он называется, крафт. Стоит 7700. И всего, что мы видели до этого, это реально кальян удобный, походный, маленький. Он очень легкий, он действительно очень легкий и очень маленький. Не для заведения, не для... Как бы на нем работать в заведении никто так, не будет. Так, это у нас ВП-блок, он здесь тоже на тусовочке. Открытие, да, Хука-плейс Таганский, ну, Хука-маркет Таганский. Как тебе все, что здесь происходит? Ну, что-то кальянов маловато как-то. И погода немножко портит, но в целом организация хорошая. И локация хорошая, прям ну, все, да. Все рядышком. Да, все рядышком. Мне нравится, мне нравится. Кальяны хорошие, вечеринка вкусная. Да, все рядышком. Хука-маркет, Мамуни. Блогеры, местные моды. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Рассказывай, откуда, куда, зачем, для чего. Я приехала из Рязани специально, чтобы попасть на это мероприятие. Мне здесь очень все нравится. Прекрасные люди. Неизгладимое просто впечатление, эмоции. А какая кальянная? Кальянщица работаешь? Да, я работаю кальянщицей в Рязани. И тебе не говорят, типа, девушка, зачем вы работаете кальянщицей? Да, кстати, очень много таких людей, которые так говорят. Но для меня главное, что эта сфера кальяна очень интересная. Ага. Я люблю развиваться, поэтому посещаю такие мероприятия. И очень рада с тобой познакомиться. Ну-ка давай, продефилируй. Опа. Специально для вас, ребят, ничего не жалко. Все, а как зовут тебя? Меня зовут Лиза. А, ребят, будете в Рязани, забегайте к Лизе в Airbnb Lounge. Да. Не путаем с Airbnb. Кальян собственного производства, также с чашкой. Ну, колбу сами знаете, где покупать. Вова, давай. Ну, вываливай. Слышь, там что-то выпало, да. Аккуратно, сейчас ветер подует, потеряешь. Чопы сломаны. Вов, надо крутить не в бок. Я знаю, я хотел прям нормально переворошить, а то не там все на месте. Все, для честности, все, все. Кальяна номер 80. 80, номер 80. Замамаем, пожалуйста. Ой, кто-то... Номер 80, сот! Номер 80, ребятки! А, победитель с номером 80, ты проебланился. Надеюсь, ты посмотришь это. Да, это правда, это крути правда. Еще раз! Ладно, крутим еще раз. Мы же... Все, прям 5 секунд, может, сейчас. Нет. Еще раз. Номер 80, ребят, у кого? 80! 80? Нет, Валер, не сработал, не в этот раз. Ладно. Давай, сюда. Ладно. Крутить еще раз? Да. Давай, давай. 102. 102. Пойдем, пойдем, пойдем. Да, человек с ластными очками, подойди, пожалуйста. Так, я сзади. Так, ребята. Показывай, показывай номерочек. 102. Так, все, 102. Чувак, поздравляю как тебя. Как тебя зовут? Мама. Никита. Никита, да. С тебя 13 тысяч рублей. 13 700 всю чашку. Все, будет классный кальян. Все, ребятки, розыгрыш следующий через час. Разыгрываем кальян Альфа-Хука.
Как? Отлично. Комфортный курень. Тукубита коломбита. Я в ступоре. Что за вкус? Свежий. Такой прикольный. Как тебе тусовка? Отлично. Нормально? Да, я очень рад, что ты приехал и подошел прям ко мне с камерой. Охуенно. Охуенно. Отлично. Хочешь, чтоб не вырезал полторашку? Ладно, дай попробуй. На, пожалуйста, попробуй. Сейчас попробую. Смотри, как мы жили хорошо. Ну, типа через час. Здравствуйте, с вами Дима Ключевский. И сегодня будем обсуждать кого-нибудь. Я не могу. Выбираем жертву. С кого начать? Вот и он. Вот он, Дмитрий Ключевский. Ой, это Давид Погос, сколько происходит. Да. Почему у вас такие волосы? Вы стали похожи на Антона. Вы хотите быть его дублером? Да, конечно, я настолько его большой фанат, что я хочу быть им. Не похож на него, я хочу стать им. Вот. Я знаю, понимаю, то, что скоро, может быть, Антон перестанет интересным сниматься самому. Слушай, и, наверное, он передаст давай, это дело вам. Дорогу молодым в любом случае. Дорогу молодым. Вы считаете, Антон уже... А правда, что Антон черпает идеи у Вилсакома, и скоро появится новое шоу «Джон Кальяна обленился»? Нет. Конечно, нет. Нет. Да, Вилсаком вообще кто его смотрит? Я не знаю, кто это такой. А вы кто, блядь? Я... Собственно, здесь ходить. Я хейтер Вилсакома. А, вилсакомский хейтер. Антон, просто скажи что-нибудь. Пришел человек из ремонтов айфонов и делает вид, что он кальянный блогер. Я просто не понимаю таких людей. Ты определись по жизни, ты кто? Айфоны ремонтируешь или блоги снимаешь? Кальянчик. Кальянчик? Кальянчик. Как там твое заведение поживает? Заведение? Кальянчик. Израиль. Ты шеф-кальянчик Израиль? Да, все хорошо. Живем. Давно там был? Полгода назад. Хорошая работа, наверное. Ну, да. Платят? Конечно. Один день через полгода. Хумусом и шекелями. Фалафелем не платят? Фалафелем, конечно. Да, и на Песах мацу, конечно. Без мацы никуда. Молитву читает. Че, устал? Да. Как продвигается организация Джон Кальяна? Охуенно. Ковбой-фест. Ковбой-фест, охуенно. Я в твоих видео могу материться, да? Да, можешь, спокойно. Все супер охуенно, бля, пиздец, наконец. Заебался? Все, сдерживаться. Все, я так начнется, да. Супер охуенно, да нет? Как тебе, кто придумал формат такого открыть? Мы его спиздили. Смотрим, как другие делают, и думаю, надо пиздить. Ну ладно, окей, а кто спиздил, кто увидел? А хули так делать начали? Чё ты материшься здесь? Ну, я понял, как бы без разницы, кто спиздил, кто не спиздил. В смысле, какой формат открытия с вечеринкой? Да, ну не знаю, но он вроде... Это первый опыт? Не, мы делали просто поменьше у нас локация на... Здесь удачная локация, что здесь внутренний двор и лето, и поэтому это так классно получилось. А в целом обычно магазины-то маленькие, нет смысла брать 100 метров под магазин. Я знаю, так некоторые делают зачем-то. Это странная тема для элиты. Да, я видел. Да. Вот. Набережные Челны. Ну, супермаркет, блядь. Там тележку нужно нахуй катать. Да. Вот. И здесь есть локация, здесь классно, лето. Поэтому решили так сделать. Все просто. Говорят еще, что когда ты приехал, солнце вышло. Говорят, у тебя контракт с Аллахом. Это Dark Side так называется? Ладненько, ребята, вот так, собственно, все это происходит. Это открытие хукамаркета Таганске. Здесь Антон, его уже все перетрогали за все, что угодно. Как тебе вон так, кальянчица с Твери? Я не знал, что она с Твери. Это все меняет. Или Рязань. Тем более. Ну ладно, ребят, вот так вот. Есть розыгрыш Шклянов, короче, будете рядом, тут от метро ровно минуту, так что забегайте. Давай, пока Антон не слышит, что это за хейт был такой?
Он меня просто очень сильно любит, но публично это не может показывать, поэтому публично он меня хейтит. А, я знаю. Это связано с тем, что он хотел, чтобы ты был ведущим Кукаплейс ТВ, но... Но все были против. Да, но все были против, поэтому его грызет, грызет совесть. Грызет совесть, да. Он пытается вот привлечь мое внимание хоть так, хотя бы вот так задевая меня. True story.